Ну что? Единоборство номер один, город Москва. 23 года, 8-0. Прекрасный удар, прекрасная боксерская техника. Очень уверен в себе. Ну, правильно уверен в себе, да, вот так, без самоуверенности, как и у тренера. Не перегорает, ребята работали в большей степени на функции. Касаемо вопроса про Партер, Партер старается контрить. С теми, с кем бился, в принципе, получалось, я могу сказать. Впрочем, да, это относительно недавнее начало карьеры и бой за пояс. Александр, чем вызвано то, что ему довольно конечную скорость дали возможность? Платежи при списком. Стилем его ведения поединков, что он нокаутирует своих соперников, вызвано. Кроме того, Валерий достаточно популярный боец, хорошо известный уже, представляет очень серьезный клуб «Единоборство номер один» из Москвы. Зрелищный ударник, пользуется уважением зрителей за свой характер, за волевые качества. И, в принципе, он их в очередной раз показал тем, что согласился биться с Рафисовским чемпионом. При этом... Валерий, насколько я знаю, Петко гоняет немного. Ну так, по сравнению с тем же Петко, потому что про Петко есть информация вот нашего европейского матчмейкера от 110 килограммов. Он со 110 гоняет. Причем сейчас запасом уложился там. Да, у него 92,4, 600 грамм. Ну, а Петко, да, прозвище Т-800, настоящий терминатор. Пришел к нам, обладая тремя чемпионскими поясами различных организаций европейских. Суперера в СИИ, Респекта в СИИ. ММА Гала, Миксфайт Гала. Ну и действующий чемпион Иван Челлендж. И в первом же бою. Четырьмя, да, сразу завоевал четвертый пояс. Иван Челлендж в бою против Виктора Немкова. Потом в бою против Фернандо Халка Миранды успешно его защитил. Да, задушив его. Надо сказать, да, что он действительно говорил, что Санкт-Петербург – это мой город. И все пока бои в М1 Штефан Кус проводил в Санкт-Петербурге. Это его третий приезд к нам. Ну, Валерию здесь, безусловно, болеть мы будем за него. Русский молот, я думаю, имеет шансы подтвердить свое реноме. Очень грозного ударника на руках. Корпус, болтануть. Мастер спорта по боксу. Да. Мастер спорта по боксу. По рукопашному бою. Раз, два, три, четыре. Бам-бам-бам. 93 килограмма. Такие быстрые, прекрасные руки, да. Левый через руку сразу в ухо попадает. Корпуса на голову. Хорошую тактику избрал сейчас Валерий Мясников для начала. Сближение сериями, разрыв. Пока что Фон Пюс только защищается. Причем не очень удачно, могу сказать. Попал апперкот довольно жесткий. Сдвоенный джет на входе, хорошо. Ага, его сразу вот, пытается повязать. Попытка повязать и клинчевать. Штефан довольно медленно разгоняется, как вы, Александр, мне рассказывали. Но при всем при этом масса здесь такая нормальная. Ну да, он очень долго разгонялся в бою с Виктором Немковым первые два раунда, и когда уже казалось, что все там. Ну все понятно. Да, что все понятно. Потом что-то переключилось. И три раунда просто забирает Штефан Кюз. Это, в принципе, прекрасная функция. Да, но для ММА спирта достаточно характерно, что и Бухингер тоже не сразу, скажем так, долго запрягает. И Вайхель, в общем. И Вайхель. Тоже не сказать, что он торопливый. Попал! Ну, хорошо попадает Валерий Мясников. Ну, еще добавить сейчас. Я тогда потрясен, что Фон Пьют. Сейчас пока просто клинчует, пытается коленями. И за счет вот просто массы своей... За счет физики продавить, поставить к стенке рейджа. Валерию, конечно, неплохо бы развернуть, но вот эту массу иди потаскай. Хорош, отстоялся. Пытается Валерий сорвать этот захват. Логично, но тяжело отвязаться от этого. Ну да, видели мы эту тактику уже с Виктором Немковым, когда вот постоянно Штефан клинчевал, контрил, цеплялся. Вот удалось сейчас Валерию вырваться на дистанцию, удобную для него. Отлично проходит. Ноги подкосились на секунду. Еще попал апперкот. Он валится на него сейчас фактически. Не вяжись, попробуй разорвать дистанцию. Хорошо, выдергивай. Да, пока удается Валерию вырываться. И хороший удар проходит.
Очень жестко с рук стреляет, конечно, потрясающе. Опять раз с корпуса на голову. Да, в полутяжелых я давно не помню, чтобы так быстро. Чтобы так руки летали, да. Я вообще не помню. Вообще не помню. У нас такие бойцы. Хороший удар коленом в корпус. Сейчас все вот эти 112 иди поднимая, отставляет в сторону корпуса. Да. И по корпусу, да. Конечно, отличный удар. Но пока пьюс вообще как бы. Ну, по большому счету, не атакует, да, он именно давит. Пока давит. Просто там тоже запас прочности присутствует. И один из этих ударов по голове или по корпусу вполне способен посадить просто в этот момент. Штефану не хватает вот классики. Или борьбы, или самбо. Если в этой позиции он ни зацепа не пытается сделать, просто чистой воды давление. А этой силы ест совершенно страшно. Ну, Штефан, да, понимаешь, что такое чемпионские поединки. За пяти раундов у него уже был бой с Виктором Немком, который он выиграл именно за счет на функциональной подготовки. Пока ничего нового Валерию Мясникову не предлагает, а старое проверенное оружие. Поэтому, что Мясникову в эту игру играть совершенно не надо с ним. Надо то, что работало. Великолепные ударные связки. Опа, колено в голову, неплохо попал. Отвечает Мясников коротким перекотом. Вот она, та самая работа на то, чтобы соперник залился, затек. Зацеп изнутри, что-то там изображать пытаемся, но никак. Валерий Мясников при подготовке к этому бою тоже работал очень усиленно. Функциональная подготовка. Да, работал именно на функцию. Прекрасно понимаю, с кем ему предстоит схватиться. Ну да, ему вот так вот ни в коем случае вязаться, тратя там по 30-40 секунд. Тут ничего фактически не делать, с двойкой заходит вперед. Дальше пошел работать коленями, придавить и, собственно, пытаться. Ну, скорее всего, первые два раунда он и будет так работать, если Мясников позволит. А уже потом начнет включать свои резервы. Рисунок боя, в принципе, более-менее понятен. Ой-ой-ой, коленом в голову, ты повнимательней. Ноги длинные, пьются, он вообще высокий, 198 по 2 метра. Высокий, неудобный, в то же время очень техничный. Вязкий, неудобный, абсолютно незрелищный, если мы говорим о рисунке боя. То есть, в общем, ничего интересного. Работает на надежность. Да, это такая работа. Настоящая немецкая кода. Да, настоящее немецкое качество. Эдуард Вартанян, Сергей Хандошко, тренерский штаб здесь. Сейчас был единоборств номер один. Здесь, конечно, да. Конечно, чем дальше будет длиться поединок, тем хуже. Тем более для Топового 93, которым является Валерий Мясников. Ему сейчас потерять скорость, это смерти подобно, потому что он его просто задавит. Просто функцию задавит. И же не дай бог с ним в партер идти. Потому что его же ворочать-то близко к нереальному. Ну да, потому что если вспомнить, что Фернандо Миранду задушил черного пояса в бразильском джиу-джитсу, что фактически. Замучил и задушил. Да, понятно, что бороться с ним в принципе не надо. А Валерий несколько раз его очень ощутимо попал ему. Очень ощутимо по бороде так щелкнул. Да, достойно. Но пока все это очень-очень тревожно. Очень тревожно. Потому что в концовке показал то, что, несмотря на все вот эти пропущенные удары, у него ничего не случилось. Глобально плохого ничего не случилось. Так, второй раунд. Чемпионский бой. На кону пояс в полутяжелом весе. Обладель, которого Штефан Пюс сейчас начинает поддавливать Валерия Мясникова. Но Валера очень сильно подсел. Такое ощущение, что после перерыва силы как-то вообще закончились. И уже пытается Штефан Пюс его затащить в партер. Да. Видимо, решил даже не дожидаться, пока окончательно силы покинут Валерий Мясникова, решил сразу. А куда? Ну что, тянуть-то, да? Валерий сейчас очень будет приятно. Хорошо. Заманить, показать, что совсем устал, и что-нибудь придумать. Пытается сейчас, да, Штефан Пюс сделал тейкдаун, что и проходит. Оторвал, закинул, и поехали. О, вот это вообще плохо. Ну,
очень тяжелые удары, очень длинные конечности. При наличии функции такой портерист вообще неприятен. Ни в коем случае. Пытается обойти гард Стефан Кюц. Валерий его старается сдержать. Сейчас несколько тяжелых ударов. Раз, два, и все там, три там. Пролетают, да. Три, четыре, хорошо. При подобном рисунке это просто вопрос времени, на мой взгляд. Надо что-то сейчас попытаться, может быть, самому придумать. Ну, пытается сбросить его, Валерий. О, все, беда. Это уже беда. Запустил на спину, еще 2.50 до конца раунда. В затылок не бьем. Получится встать. Используя. Дошел, не дошел. Очень устал. У меня было полное ощущение, что вот этот минутный перерыв ему вообще на пользу не пошел. Отключил одну руку. Да. Ну и сейчас пойдем сделаем. Тимура или американо. Часики так называемые. И... Сдавайся. Пошел со стороны головы. И по корпусу. Может быть, с этой стороны будет удобнее. Он, да, так, ну, заходит в маунт. Молодец. Безвыходным, я бы сказал. Это уже все, да. Это уже все. Валерий, не хватило функции. Чемпион подтвердил свои претензии и свое реноме очень выносливого, очень уживчивого и, главное, очень-очень качественно умеющего терпеть неприятности бойца. Очень тяжело, конечно, сейчас Валерию, наверное, все отдал. Но пока не готов на функцию, просто не готов. Для подобного соперника недостаточно. Рано. Но ничего страшного, повод для работы. Тем более, что есть исходные данные очень хорошие. Но и есть понимание, что себя представляет действительно тяжеловес уровня чемпиона организации ММА. Вот, пожалуйста, 93 килограмма. Вот делайте с ним что хотите. Он не попадал вам по голове? Попадал. Качественно уронил? Нет. А дальше извините. Чтобы все настолько сразу было хорошо, это скорее исключение, чем правило. Поэтому, к сожалению, получилось так, как получилось. Жаль. Что греха таить, жаль. Но здесь Штефан надо отдать должное. Он в своей игре оказался... на высоте. Поэтому чемпионский пояс остается у Т-800. Да. Вполне себе успешная защита. Ladies and gentlemen, in the second round, 3 minutes, 13 seconds, the winner by ground and pound, Stefan Kutz! Второй раунд! Забиванием Штефан Кюц подтверждает свое реноме и свои претензии на то, что чемпионский пояс остался и никуда пока от него не будет деваться. Лехан Хазиев и президент Эвонлова Вадим Финкельштейн. Аплодисменту обладателю титула на Эвончинс в полутяжеловесе Штефан. Расстройство Валерия, наверное, тяжелое сейчас. Недооценить или переоценить, но лучше получилось так, как получилось. Я очень здорово начал. Здорово начал, тут видна база и видно, над чем работать. Поэтому, мы видим огромный потенциал Валерия Мясникова. Да. Валерия очень хорошие исходные данные. Это просто здорово. Ну что ж, будут еще бои. И... будет день, будет да, время, будут случае, бои. В случае успеха в них Валерия точно так же сможет вернуться. Да? И еще раз претендовать на пояс. А Штефану Кюцу теперь нужен новый оппонент. Да, будете подыскивать. И я думаю, что, наверное, это будет реванш Виктора. Да, было бы интересно. Было бы интересно то, что я думаю, что Виктор сумеет ему в этот раз показать, где ракетин будет. Но это дела уже грядущие. На этом 54-м челлендже совместно с NCP-12. Все. Спасибо большое, что были с нами. Режиссер Александр Симонов, Андрей Карташов. Редактор Алексей Володин. Ваш комментатор Дмитрий Бомцов. Игорь
Игорь Гриворонский. Спасибо большое Александру Шелковскому, матчмейкеру 1, который для вас сегодня работал. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Всего доброго.